И всем привет, с вами я, Александр Сычков, и сегодня я играю в CS GO, ребят. И как бы это видео вышло сразу после моей рекламы этого видео, так как мой канал на YouTube изменился, и мой контакт вообще полностью тоже изменился. Короче, все изменилось. Я отключил комментарии, это во-первых, на канале и ВКонтакте, то есть в фирме никто не может прокомментировать ничего. Так. Вот я сейчас бегу. Еще врагов. Их нету. Я вообще не понял, что там произошло-то. Ничего? А, да, мы рестартнулись. Не знаю, с АВП бегать как-то, я не знаю. Ну попробую, ребят. Попробую. Это же АВП Фобос. Я уже с полка несколько недель, наверное. Ну, точняк, наверное, недели 3 не заходил в КС. Но я точно не помню, сколько времени. Пока не выкладывал видео, но в общем, да, это было. И наконец-то я снова заходил. О, это был. Сейчас, подождите. Короче, ребята, это было просто такая вот штука, чтобы, ну не знаю, я начал все заново, то есть я перезашел, у меня кто-то вдруг был, и мне пришлось перезаходить в игру. В общем, ребята, мы сегодня посмотрим, как он играется в Counter-Strike Global Offensive. Ну не с новым оружием, я бы сказал. Ну, с таким вот стандартным, конечно. Так, что? Да. Конечно, управление немного я забыл, потому что я реально давно в CS GO не играл. Я ее и не обновлял, как бы. Хоть она и сама обновляется. Так, ну, я не заходил, я кейсы ничего не делал, я просто вот зашел просто так, можно. Просто чтобы поиграть. Пока что я никого не нашел. Ну что, ребят, начинаем нашу игру. Там парень. Прицел, конечно, очень сложно взять, но как бы ладно. Это все интересно. Давай. Давай. Ну что у меня? Во, давай. Ребят, не стройте. Ну не так. Так, где мой там револьвер? Опа. Одного, второго. Единственного, да. Затащил команду. Так, ну что здесь? У нас... давай! Что-то есть кто? Я готов. Ладно. Никого здесь нет. Странно. Одного убил только. Или двоих. О, я двоих убил. Это круто. О. Так, ну я мастер. Просто, ребята. Еще одного, еще... Там кто-то еще стреляет, кто-то вроде хочет найти. Что, есть кто? Нет? Видимо, нет. Пойду-ка я на плент. А! Сейчас мы заходим на плент. Минируй. Давай. Ну как бы, не особо не помог команде. Так, чуть-чуть немного. Я не разминировал даже бомбу, не успел дойти до нее. Ну как бы все равно круто. Так, куда дальше? Давайте убьем этого. С бомбы, которая будет там. Какой-то хороший берем, который ранее отсюда не могу попасть. Так, одного. И пошли. Секрет в том, что надо просто двигаться нормально, чтобы вас не убили. Я вообще уже несколько раз рассказывал, как играть в клетку, то есть, чтобы вас не убивали, и все. Просто нужно двигаться и знать мне своих команд. Команды я вам не напишу, потому что я писал под видео под тем, который я говорил, как включить такую вот неуязвимость, типа года один, типа как бессмертие. Ну, в общем, ребят, это все понятно, это все очень просто делается и очень интересно. Так, здесь тоже и как раз вот так. Давайте. Давай, давай. Давай. Давай, не смог.
пройдет. Молодцы, ребят, давайте. Разминируйте. Тут меня с этим не отрезают. Там еще рыбин тут был, не? Ну, никого. Ладно. Персонал только был. В общем, не каждый игрок знает, но на крышу тоже можно ходить. Это, наверное, больше не все игроки знают. Еще можно вот так вот подпрыгнуть. И последний момент кого-то не будет. Также можно подпрыгнуть. Вот так, чтобы вас очень не попали. Даже два врага. Спокойно подпрыгнуть, чтобы уже поубивать. Так, спокойно, что вы убиваете? Хотите еще? Давай. Опа. Даже гранатку нам дали уже. Это давайте ее куда-нибудь сейчас бросим. Гранатку. Она нам как бы не нужна. Давай. Назову это видео лучшие монеты. Counter-Strike Global Offensive. Под номера сделаю. Так как же по-настоящему тащить в приветствии? Это вообще сложно. Разговор. Конечно, не каждый может тащить без прицела, но это, ребята, возможно. Очень даже круто получается. Как стрелять бесконечными патронами, наверное, никому не известно, но просто нужно нажимать определенные клавиши, чтобы у вас патроны просто не закатывались. Но это, как бы, иногда зачитерство понимает, и как бы это немного банит. Ну, как бы, если об этом не думать, то можно, конечно, поиграть. Ну а так, ребят, играйте. Он так проиграл бы оценки. Ну, наверное, не каждый может убить, ну бас. Это, конечно, правда. Ну, в общем, ребята, сейчас я пойду, конечно же, на плент. Так, ребята, мы подошли к пленту, крутится. Так, ладно, мы пришли. Так, входим его. И вот, я что-то врага не видел. Но, видимо, он где-то сбил. Да, там. Это было круто. Наверное, не каждый игрок знает, но в Counter-Strike Global Offensive есть только 15 раундов, чтобы победить. Но это на стандартных серверах. Я случайно попал по своим. Я вообще не думал, что они сюда пойдут. В общем, раунд только начался, и как бы я только начинаю тащить. Так. Поставили? Давайте пойдем на плент. Я, наверное, этот момент не буду убирать из видео, потому что, как бы, пока что мы дойдем, мы уже здесь всю команду перебиваем. Давайте, ребят, пошли вместе. Так, медленно, медленно, давайте. Четко, давайте медленно, идем, идем, идем. Проходим, проходим, проходим. Молодцы, у кого-то есть шар. Так, пошли. Немного помогало, но это не все, да? Так. Но с ножом вышло, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Команда! Yes. Я ее сделал. Охренеть. Но вообще самый крутой момент, когда вы админ сервера, и вы можете пользоваться админкой, то есть банить игроков и подстраивать игру как хотите. Ребят, но если вы все-таки хотите играть как честный игрок, то есть не читерить, ничего не делать, не использовать баги как я, и считать меня вообще только игроком, кто-то даже считает то, что я по-настоящему не в кейзу играю, а в кейзу буду. Нет, это не говорю. Не поверите, но это так. Вот так можно здесь запрыгнуть, кто не знает. Давайте, поехали. Здесь комната, кто ее не видел, здесь тоже можно открыть. Так. Ну, в общем, чтобы были бесконечные патроны, я вам прямо сейчас расскажу. А в комментариях, так как я отключу, я не помню. По-любому. Все? Окей. Так, давайте теперь полностью 3 раунда попробуем поиграть без забирания моментов. Давайте посмотрим, как я сейчас буду проходить эту карту. Кому-то нравится мои видео, кому-то нет. Ну, ребят, разные люди бывают. Так, запрыгиваем сюда, запрыгиваем сюда. Главное не промахнуться и запрыгиваем сюда. Все. Это самое простое. Сюда запрыгиваем, если не получается, если хотите не запрыгивать, это не будет. Не каждый может. Ну, ребят, здесь очень даже просто играется и очень интересно.
кайфом, да, надо даже любого здесь убить, даже ножом. Потом берете вот так. Вверх. Убивайте игроков. Так. Дальше выходите сюда. Хотите на крышу? Побежал врага и его шарите на крышу. Но не забывайте то, что здесь тоже вас не каждый проследит, потому что на всех картах есть специальные такие настройки. Так, а как же запрыгнуть сюда? Ответ никак, не каждый сюда может запрыгнуть. В общем, гранатка у меня есть. Ах, я тоже закрыл. Нет, есть даже гранатка. Как прикольно. Да. Все. Там его убили, да? Интересно, где бомба? Так. Это идет у нас третий раунд, я так понял. Так, ну, я проверил. Вроде не на А. Ну, с ними нельзя доверять. Хотя нет, можно... А хотите узнать, как я это сделал? Это магия пуль. На любом оружии есть пули. Они просто оставляют точку такую. Может, вы не увидите. Здесь, где прицел, оставляется точка. Поэтому я убираю теперь всегда прицел. И теперь можно спокойно зайти в бомбу. Так, ребят, осталось один раунд. Тихо. Я ее даже убивать не буду. А хотя нет, я ее убью. Достала мне. Так. Осталось два раунда. Я кемперить не буду, нифига не буду делать. Просто... А, сейчас я вам баг один покажу, который вам реально понравится. Так, запрыгивайте после 3 секунды. Не, я не смогу. Короче, я как-то туда запрыгивал, туда. Вот эти штуки. Но это не получится. Смотри, как... Даже... Рубас прорывает. И всю команду убивает. Я крутой просто. Вообще кто-то говорит то, что я не профессионал, по-настоящему. Кто-то говорит, что я играю настоящими людьми от ботания. Ну, ребят, это все неправда, конечно. Вы вообще вы можете думать, как вы захотите, мне все равно. Но я играю не с ботами, вы это на стримах увидите, то, что я играю с реальными людьми на реальных серверах, ребят. Ну, короче, вот как-то так. Это все правда, это не фейк, то есть... Можно спокойно здесь поиграть, спокойно здесь посмотреть. И сколько здесь? Давай. Еще кто есть? Да, есть. Там один будет еще. Давайте как раз в эту комнату зайдем и будем ждать. Момент, видите? Здесь даже калашик у нас здесь есть. Которого вообще можно, по идее, убить кого-то. Это у нас третий раунд, я так понял, да? Последний, наверное. Так, у нас что, вышли там или как? Так, давайте посмотрим, есть враги. Так, наши идут сюда, значит, вот здесь. Хочу, нет, я хочу выпрыгнуть. Как зря, потому что здесь нет парашюта. Было бы интересно. Так, ну, наверное, разработчики все-таки добавят это в игру. Бомба. Так, я что-то ее не замечаю, блин. Так, что-то... Нет, блин. Где она? Все, молодцы. Окей, все. Очень даже супер. Все, ребят. Ну что ж, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сыктов. Новое видео. Ребят. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, и, возможно, вы выиграете именно вот это вот. Да, вот так вот. Выбрось. Короче, блин. Короче, понятно. Сейчас все выбрать. Достали это все. Ну. Короче, все. Это понятно. Вы можете выиграть, короче. Ну понятно, короче. Вы можете выиграть в новом конкурсе вот этот именно автомат. Ребят. М4А1 с глушителем. Ребят, вам понравится. Вы можете его выиграть у меня в группе ВКонтакте или у меня вообще просто. То есть на страничку заходите, это у нас не будет конкурс. Итоги конкурса, не знаю, в прямом эфире, наверное, не будет.
так просто напишу там, чтобы победить эти лайки. Ну, короче, всем вам удачи и всем пока.